Как выглядит рулевой наконечник фирмы Delphi для Ford Mondeo 3 2.0 TDCi для универсала. Ну, не идентичные с седанами, с хэтчбеками. Вот в таком он исполнении. С инструкцией, с какими-то гарантийными талонами. Это инструкция пользователя. Вот в таком он исполнении. Значит, фирма Delphi, Германия. Ну, делают в Германии, но родоначальники USA, Америка, Соединенные Штаты Америки. И такая антикоррозийная бумага даже есть здесь. Ну, такое недешевое исполнение, я бы сказал бы. Вот такие дела. Хорошее качество, неплохое такое с виду. Штопорное кольцо здесь. Сейчас наведем резкость. Разбивается там втулочка, начинает люфтить туда-сюда, вот так вот. Выходит в продольном ее оси. Ну, то есть по перпендикулярно вот этой вот самой конструкции начинает люфтить внутри, бить. Так что менять нужно вовремя. Рывой наконечник. Вот так вот выглядит фирма Delphi. В новой коробке, кстати.